для того, чтобы победить в полуфинале, наша команда решила выстроиться свиньей. Свинка, свинка, не молчи, свинка, свинка, покричи, свинка, свинка, не молчи, свинка, свинка, покричи. Вот и прозвучали позывные. Начало фестиваля творчества среди замкнутой молодежи. Студенческая весна 2003. Весна красна, как у макаки десна. Вот такой смелый эпиграф, таким и будет сегодняшнее действие. А открывать наш шокирующий фестиваль было доверено мне, студенту Института оленеводства имени Бэмби. Я покажу вам человека, постепенно превращающегося в англичанина. Мы с тобой вдвоем летим, плывем в южной тишине и морской волне. I wanna feel the road, the rivals, I am there on the rivals. Больше гламура и макияжа, и маникюра. Ну что ж, начало более чем интригующее. Дальше хуже. На сцену рвется лидер движения «Смех сквозь латекс». Наташа покажет будни работников мобильной связи. Смотрим! Давно хотел. Отдай! 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 Ты не видел мои таблетки? Видел! Видел! Ты их съел! Кстати, знакомьтесь, это темная кобыла нашего фестиваля. Женя. Женя работает по принципу минимум Жени, максимум движений. И уже готов показать сценку «Змей-искуситель». Смотрим! Намочи манту. Ну, намочи манту. Не буду. Ну, тогда расчеши манту. Ну что тебе стоит? Не буду, змей-искуситель! Змей-искуситель, прошу любить и жаловать! Как вы поняли, ничто человеческое нам не нужно. К тому же наш фестиваль подошел к концу. Что? Почему так мало? Хорошую помаленьку. Угу. Не реви. Утри слезы. Соберись не будь тряпкой. Ведь перед расставанием всегда есть встреча. И сегодня для вас работали Евгений, Наталья, солист группы Ронда, ваш покорный слуга Кремляка Шурка. И отдельная благодарность главе Ступинского муниципального округа Гудкова Наталье Владимировне. Ну что ж, полуфинальная хованщина! Какая хованщина? Неважно! А это КВН! И это КВН!